На часах без 15:04 воспитанники образовательных учреждений города собираются у Дома ученых. Мини-субботник начинается с коллективного фото у бюста Юлия Борисовича Харитона. Здесь собрались победители, призеры и участники муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям». Лев Анисифоров занял в нем второе место. Мы делали проект. Это был очень тяжелый труд. Мы с Светулей, с мамой, с папой старались очень. Да, и снимали много раз. И у нас наконец-то получился проект, и мы заняли второе место. Обычно в завершении конкурса устраивали парад созидателей. В этом году традиционный формат решили изменить. Муниципальный этап конкурса закончили добрым делом. Рядом с Домом ученых на берегу реки Сатис появилась аллея из кустов можжевельника, дерена, спиреи и барбариса. Сам проект организуется партнерством «Атомные города» на протяжении уже 6 лет. За это время большое количество ребят приняло участие. Если говорить о Сарове, то это более 3000 человек. И каждый год разные были задания. Где-то снимали видеоматериалы, где-то делали подкасты, фотографии, текстовые материалы сдавали. Всего на берегу реки высадили 24 кустарника. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.